Манглик Йель – это такое поэтическое выражение. Это, можно сказать, термин поэтический пока. Но для того, чтобы он обрел такое значение уже реалистическое, для этого потребуется потрудиться многим поколениям казахов, казахстанцев, всех, кто будет населять эту землю. Вот. И оставить ее мирной, развитой страной такой. Тогда только вечность будет. Мангалик Ель – это вечная страна, вечная народ, это наша мечта. Земля вообще – это многонациональное большое государство, планета Земля. Поэтому, когда народы будут взаимодействовать и взаимозависеть друг от друга, вот тогда будет мир, спокойствие, мангалик, алембула. Мы мечтаем, чтобы сейчас у нас у всех появляется, постепенно появлялась общенациональные идеи. Пока что мы продолжаем бороться с этим средневековьем в своем сознании, родоплеменным подразделением, разделением, жузовскими пережитками. Это все есть. Вот. А вот когда все, независимо от своего происхождения географического, будет говорить, вот я казах. Вот. И осознавать это, а не просто докладывать. Тогда это будет постепенное приближение к тому идеалу, который мы называем «Мангалик Йель».